Химках прошла строительная суббота. В этот день главы подразделений осматривают дворовые территории, социальные объекты и дороги. Выявляют недочеты, чтобы вовремя принять меры. За этим двором на улице Грушина не ухаживали уже давно. Детской площадке почти 10 лет. Жители микрорайона уверены, ее пора обновить. Обратились к властям через портал «Добродел» с просьбой включить площадку в программу благоустройства на 2020 год. Сегодня мы здесь находимся с коллегами из администрации, определяем те виды мероприятий, которые необходимо нам провести, и в плотном тесном контакте с жителями будем определять те элементы малых архитектурных форм, чтобы эта площадка могла удовлетворить потребности досуга всех жителей этого двора. Строительством новой площадки займутся не раньше следующего года. Пока же Дмитрий Чистяков дал поручение привести в порядок то, что есть. Отремонтировать качели, сделать конструкции более устойчивыми. В дальнейшем здесь планируют расширить количество парковочных мест. Не обошли вниманием чиновники и социальные объекты. В гимназии номер 9 из-за протечек кровли даже пришлось отменить уроки физкультуры в спортзале. Из бюджета городского округа на ремонт спортивного зала, который требуется этой школе, было выделено 1 000 000 рублей, но мы столкнулись с недобросовестным поставщиком. И в летний период, к 1 сентября, эти работы не были выполнены. Недобросовестный подрядчик был занесен в реестр. В короткие сроки был найден новый, который уже приступил к ремонту кровли. Все работы планируют завершить к 31 октября. Уже во второй четверти ученики гимназии смогут заниматься в обновленном зале.